тобой очень не прижимаемся. То есть достаточно громко это все слышно. Когда еще побудешь в роли инспектора? Группе студентов колледжа в этом повезло. Ребята не просто увидели, но и прочувствовали на себе основные нюансы несения дорожно-патрульной службы. А кому-то довелось пройти через процедуру, которая нередко решает судьбу водителя на ближайшие 1,5-2 года. Дыши, пока не тёплый. Да. Не сильно дуй, а дуй продолжительно. Дуй еще. Вот, все, щелкнул. Сразу пошел у нас анализ. Алкоголя в выдыхаемом воздухе у тебя нет. Соответственно, водитель трезвый. После показа служебных транспортных средств, оборудованных проблесковыми маячками и специальной сигнальной системой, студентов провели в теплые помещения, где располагается музей госавтоинспекции. Тут хранится форма предыдущих поколений, алкотестеры былых времен, громоздкая печатная машинка, на которой составлялись протоколы и многое другое. Визит будущих автомобилистов в ГАИ прошел с пользой. Меня больше всего впечатлило посидеть в машине, которая находится в эксплуатации, на службе. Посмотреть, как это все устроено, увидеть все это вживую. Ну, работа очень нужная, ответственная. Вообще сотрудники ПДД пытаются помочь гражданам не совершать ошибки и уберегают нас от дорожно-транспортных происшествий. А тем, кто более глубоко заинтересовался жизнью подразделения, кроме прочего, рассказали об основных требованиях при поступлении на эту службу.